Этот меч попал к нам в музей в 1964 году. Милицейский патруль задержал одного из жителей нашего города, который этот меч с собой нес. Он точно не мог вспомнить, откуда он его взял. Вот. Ну, а милиция, осмотрев его, поняла, что это очень важный такой предмет исторический, и передала его к нам в музей. Он вошел в основной фонд нашего музея.